Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Уже задолбался я с этой бесплатной на ноутбуке версии сидеть, TradingView, поэтому хрен с ним, буду с телефона сейчас, как этот, Крис, или как его там, этот ММ Крипто, орать. И превью такую сделаю, кричащую. Ладно, в общем, вчера предполагалось выпадение из канала, да? Но так как мы видим, было первое выпадение, сейчас уже более сильное. Обычно после сильного закрепляемся. И еще одно возобновление покупок уже идет в обратную сторону. Ну, это так вот, чисто визуально. Плюс тут зажимной скам. Чаще всего, если мы... Ну, во-первых, мы тут сделали норму от зажимного скама. Тут не знаю, как вам обозначить. То есть телефон, конечно, очень неудобно. Короче, вот, примерно на величину диапазона. Ну, чаще всего, когда запиливаемся, еще одно образование, один, возможно, АТХ. И вот такой вот. Не знаю, как на Луне, уже не жду. Потому что покупатель, точнее продавец, должен все контролировать и лить сразу. Тут у нас какие-то запилы ложные, поэтому, возможно, образование еще одного скама чуть выше. Не знаю пока, вот сижу с телефона, что вижу. Пока не торгую, ищу нормальные сделки, точку входа. Пока что вообще ничего не вижу, что можно нормально, успешно торгануть. Так чисто визуально могу предположить. Ратио 57. Ну, в принципе, нормально. Главное в этом диапазоне сейчас для хорошего шорта набрать там 65, где-нибудь 60, 65, 70 желательно. И уже нормально, спокойно шортить. Потому что сейчас, ну, отбиваемся от какой-то зоны, докручиваем до полтинника, делаем памп. Еще раз отходим, полтинник, еще в один памп. Ну, то есть эти оттяжки уже, если честно говоря, задолбали. То есть, если так вот посмотреть, сейчас, секундочку, у нас одни и те же формации, да, памп, оттяжка вниз, памп, тут памп, оттяжка вниз, памп, да господи, ну вы поняли, короче, памп, оттяжка вниз, памп, вообще из мобильника это, конечно, супер гуд. Вот, добавить, наверное, нечего, жду нормальный шорт, сейчас пока не время. Ладно, комментарии оставляйте, наверное, на стримчике обсудим. Стримчика, наверное, будет либо сегодня вечером, но я не знаю, могу поздно приехать, устать, либо уже завтра. Вот, поэтому следите за новостями. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. И пока-пока.